Добрый день. Добрый день, уважаемые любители футбола. Это Краснодар, стадион Академии одноименного футбольного клуба. И здесь все готово к матчу предпоследнего 27-го тура МФЛ молодежной. Футболистов они принимали участие в матче Краснодара 2 с Рубином. Берзегов на подачу углового, на ближнюю штангу, скидка от 91-го номера, это был Комар. Снова Берзегов уже в штрафной. Вот и первый удар. Еще добивание. И вот вам первый момент голевой. Вы их ждали. Ваш комментатор их пообещал. И вот получите. Сейчас будем смотреть на повторе. 300. Но вот на западной главной трибуне тоже человек 400. Это уже простые болельщики. Это первый удар по воротам Краснодара. И сейв площадного. По-моему, тот же Мелешин пробивал. Смотрим. Вот такой розыгрыш Спартака. Удар по воротам. Очень опасно было. Хватается за голову бьющий футболист, который прибежал. Это, по-моему, тот же Курышев из глубины набежал. Хорошая подача. По-моему, никто мяча так и не коснулся. И тот буквально в полуметре от штанги юркнул за линию ворот. Уже Канаев не лучшим образом сыграл. Это Комар на опережении. Потинян. Ходит в штрафную. Прострел вдоль ворот и гол! Артем Арутюнов. То, о чем я вам говорил. Где был Артем Арутюнов 43 минуты? Ну, где-то там, на острие атаки Краснодара, но мы его почти не видели. Однако в нужный момент он сделал то, что от него требовалось. Отклеился от защитников и в касание переправил мяч в сетку. Ну и отметим Роберта Потиняна, его дриблинг. Он легко ушел от соперника. Спартаковцы бросаются вперед. Но их атаку прерывает свисток арбитра. Роберт Потинян, Аслан Засеев, тренер краснодарской молодежки, которая атакует. Бабаян. И забивает Руслан второй мяч. 2-0 в самом начале второго тайма. Вот так, забив в раздевалку, краснодарцы вышли из раздевалки и забили снова. Руслан Бабаян мог в этом эпизоде сразу сам все решать, но решил покатить мяч на своего партнера. Не прошла эта передача на атаке. Постников. Здесь нет положения вне игры. Гайдук. Передача на линию штрафной. Будет удар. Удар по воротам. Площадный тащит. Вот так долго готовили спартаковцы свою атаку. Но завершили так классным ударом в игру. Со свободного. Хорошая скидка от Арутюняна. Дысь. Удар в дальний угол. Какой ответ Краснодара. Все было просто, как все гениально. Что для флангового защитника очень даже неплохой результат. И вот как раз его удар по воротам мы видели. Из сложного положения, приняв мяч на грудь, вторым касанием пробил Степан. Нет положения вне игры. Еще один шанс. Удар! Хватается за голову и кувыркается, словно наказывая себя сам за этот промах Артем Арутюнов. Как же он был близок. Удар головой по воротам, но точно в то место, где площадный располагался. Он словно такой теннисный. И снова площадка. Не играть так грубо. Основное время, даже дополнительное время уже вышло. И снова спартаковцы не забили. Казалось, уже мячу некуда деваться. Естественно, что арбитр добавил вот на эту остановку еще с минуту. Но не идет у Спартака. Арутюнов выигрывает воздух, но сбрасывает мяч точно в руки голкиперу у Спартака. И все. Финальный свисток. 9-я подряд победа краснодарцев. Даже далеко не основным составом, даже уже не имея турнирной мотивации.